герой сегодняшнего матча. Два гола, ассист, пенальти. Все в порядке. Что по игре, Дим? Ну, самое главное, что у нас получился хороший старт. И, в принципе, мы об этом говорили, что первая игра на выезде, да, и она очень важная была. И Миннесота еще ни разу не проиграла дома, так что мы должны были собраны начать и не терять шайбу, да, где-то играть больше шайбы в этой зоне. Я думаю, у нас это получилось. И потом мы просто продолжают наращивать темп, я думаю, и вратарь у нас сегодня очень сильно хорошо сыграл, и мы блокировали броски. Так что я думаю, в общем, картина игры была хорошая, и главное сейчас восстановиться, успеть в завтрашней игре, потому что завтра тяжелая игра против Виннипега, и они там всегда хорошо начинают первые 10 минут, всегда болельщики ведут вперед, так что надо хорошо начать, как сегодня. По статистике с Миннесотой у вас очень неплохая серия, вы не проиграли 8 матчей с Миннесотой. То есть назад в 2014, скажем так, вы выигрывали Миннесоту все время. То есть это зависит, сложный соперник, несложный соперник, или везение, невезение. Что это может быть такое? Да, на самом деле мы не обращаем на прошлые игры, да, мы сфокусируемся на данной игре, которая была сегодня, либо там завтра, да, будет. Нет какой-то там статистики определенной, за которой мы следим, да, и тренера нам говорят, да, возможно, какие-то моменты, вот сказали, что они ни разу не проиграли дома, да, поэтому нам надо было хорошо начать и не дать им уверенности, это сделали они, по-моему, пол игры у них было 12 бросков, что, в принципе, мы хорошо выполняли, и там потом какие-то пошли небольшие ошибки, но все равно мы оставались с холодной головой, с горячим сердцем, играли, и тренера нам подсказывали где-то наши ошибки, чтобы мы что-то поменяли в нашей игре. Я думаю, все хорошо сложилось, поэтому все ребята молодцы. Сегодня новость дня в НХЛ. Амнистия дисквалифицированного Уилсона. Что в команде думают про это? Ну, хорошо, что он вернулся, хорошо, что ему скостили 6 игр, да, и на самом деле это тяжело, да, смотреть на своего партнера по команде, да, когда он не играет, и, возможно, где-то это была жесткая, да, дисквалификация, и не все с этим согласны были, но хорошо, что скостили, да, и это самое главное, и сегодня он вышел, старался, играл за ребят, забил важный гол, так что, я думаю, он молодец, он старался, так что, я думаю, он только помогает и придает энергии в команде. Твое мнение на прошлой неделе Малкин атаковал Оши, твое мнение личное? Насколько было жестко это, или это эмоции, что ты скажешь? Ну, я не знаю, на самом деле, но есть люди, которые в лиге, да, разбирают силовые приемы, и у них есть свое мнение, они следят своим правилам, которые они придумали, да, и мы, как игроки, просто двигаемся, да, что они нам говорят, да, там где-то дисквалификация, меня тоже дисквалифицировали, я не помню, сколько лет, 5 назад, по-моему, на 2 игры, но всякое бывает, мы не хотим травмировать там игрока специально, да, и бывают какие-то моменты, просто попадаешь, и невозможно всегда там либо увернуться, либо увидеть кого-то, это хоккей, это быстрая игра, так что слава богу, что он вернулся в нашу команду, и все к нему хорошо относятся, он хороший партнер по команде, хороший игрок, и главное, что сейчас он с нами, потому что начало сезона у нас не так гладко складывается, да, дается тяжело матчи, и не всегда дается правильно играть, как требует от нас тренера, так что, ну, я думаю, все равно мы в правильном направлении двигаемся и потихоньку будем находить свою игру, так что все у нас хорошо, длинный сезон, еще много игр, и сейчас важная поездка для нас, так что слава богу, что мы сегодня выиграли, и надеемся завтра тоже показать хороший хоккей. Хорошо, спасибо, удачи. Спасибо.